А ты смотришь в онлайне? Пошел онлайн? Прекрасно. Так, ну что ж, коллеги, располагайтесь. Доброе утро. Доброе утро. Мы приветствуем всех, кто собрался здесь. Мы приветствуем всех, кто смотрит нас в онлайне. Большой привет нашему Калининградскому офису разработки и нашему украинскому и белорусскому офисам, нашему офису в Казахстане. Мы приветствуем наших партнеров, которые, как мы знаем, собираются целыми офисами для того, чтобы посмотреть презентацию. Очень много связывает нас с продуктом, и очень много зависит и от продукта, и от того, как мы вместе будем успешно работать. Приветствуем наших клиентов. Мы начинаем презентацию новой версии 1С Bittrex управления сайтом 15.0. Традиционно два раза в год мы выпускаем продукт. И для нас это основной продукт. Весной мы представляли вам версию 14.5. Сегодня это уже версия 15.0. Готовясь к презентации, у нас собралось так много материалов, что мы вынуждены были, чтобы хоть как-то попасть в тайминг, к сожалению, много убрать. И все равно пока мы не помещаемся. И мы рассчитываем, что уложимся в 1:10 с вопросами после. Если не уложимся, ну, возможно, чуть-чуть затянемся. Итак, я Сергей Рыжиков и Юрий Волошин. Мы сегодня представим вам новую версию продукта. Вообще, мы никогда не гоняемся за цифрой. Мы стараемся создать пользу с точки зрения продукта. Но уже на сегодняшний момент больше 130 тысяч проектов работают на нашей платформе. И не внимательно следя за рейтингами разных видов, все-таки нам приятно, что рейтинг iTrack, который считает фактически работающие сайты, потихонечку растет. И сегодня доля 58,16. Это летом делали соответствующий замер. Это здорово. Работает маркетплейс, работают решения для клиентов. И очень много пользы, как нам кажется, мы вместе с партнерами приносим для наших клиентов. Но меняемся не только мы, меняется и рынок. Особенно активно меняется рынок в последнее время по электронной торговле. В принципе, конечно, мы все говорим о том, что электронная торговля растет. Но она не просто растет. На рынке появляются новые участники. Причем участники, которых интернет-магазины зачастую не видели, а иногда и не были к ним готовы. Последний год, наверное, именно в течение последнего года, такие участники, как Яндекс.Маркет, изменили свою стратегию и фактически, став не просто трафикогенератором, стали, по сути, магазином. Вы, наверное, видели их рекламу, и в этой рекламе они говорят «купите на Яндекс.Маркете». Активно работают eBay, AliExpress, недавно появившиеся на рынке. Эти участники рынка необычны, и они конкурируют за аудиторию. Они забирают часть интернет-аудитории у компаний. И на этом фоне мы видим, что и сама интернет-аудитория не очень активно растет. Получается, что мы начинаем больше с вами конкурировать за внимание этой аудитории. Мы должны научиться, как это говорят, лучше конвертировать одну аудиторию в большую выручку. И, наверное, это один из основных таких и трендов, и моментов, который будет пролегать через весь этот релиз, показывая те или иные моменты, которые мы развиваем с точки зрения продукта, чтобы вам удавалось это делать. Итак, 15-я версия. Целый список того, что мы представили, но мы не будем сейчас об этом детально говорить. Не все по порядку. Первый сервис, который мы хотим представить, он называется «Скорость сайтов». Вообще скорость сайта — это очень комплексная величина. И вы знаете, мы очень много над этим работаем. Но ведь существует всегда один ответ, и это ответ клиента. Быстро работает сайт или нет? И только он, глядя на этот сайт, он говорит, он быстро у меня открылся или нет. А за этим прячется очень много составных вещей. Скорость загрузки страниц зависит от кусочков, которые содержатся в этой странице. Чем быстрее загрузился каждый кусочек, тем быстрее загрузилась ваша страница. Качество хостинга, качество интернет-канала, причем не только хостинг-провайдера, но и конечного пользователя, тоже определяет, насколько быстро отобразился сайт. У нас есть целый набор технологий, которые мы представляем и представляли для того, чтобы сделать сайт быстрее. В основном это были технологии по кэшированию, по объединению, композитный сайт. Мы еще об этом будем говорить в этом релизе. Целый набор инструментов, который был направлен на скорость сайта.
Но мы не могли точно сказать раньше, работает сайт быстро или нет. И эту задачу мы поставили себе летом. Я иногда рассказываю об этих стратегических сессиях. Но мы решили, что все-таки нужно научиться не просто замеры делать, а замерять отображение, то есть как быстро появляется сайт. Первоначально мы думали, что мы поставим несколько серверов и попробуем в них, используя их, делать замеры. Но ведь это не то же самое, как видят даже в этих же городах пользователи сайт, потому что у них свой канал, своя скорость их компьютера, масса других показателей. Окей, получается, что нужно замерять на всех пользователях. Реально нужно что-то сделать и замерить у самого пользователя на странице. И мы разработали облачный сервис. Давайте мы покажем, как он выглядит. Для посетителей вашего сайта важно, насколько быстро откроется нужная им страница. Это и является потребительской оценкой скорости сайта. Мы специально создали очень простой сервис, который дает вам ответ, быстро ли работает ваш сайт по мнению ваших посетителей. Сервис «Скорость сайта» измеряет скорость загрузки ресурса у реальных пользователей и отображает данные для тысячи последних посетителей сайта. Работать с сервисом очень легко. Яркий виджет в любой момент покажет вам текущую скорость загрузки вашего сайта у клиентов. Разработчики найдут в этом инструменте дополнительную выгоду, ведь сервис показывает не только скорость загрузки, но и самые медленные страницы вашего сайта. Некачественный хостинг, медленные интернет-каналы, неоптимальный код или результат экспериментов? Определите причину и оптимизируйте сайт. Контролируйте скорость до и после изменений. Делайте ваш сайт лучше каждый день с сервисом «Скорость сайта» от компании 1С Bittrex. Скорость сайта. Взгляните на ваш сайт глазами посетителей. Так выглядит новый облачный сервис «Скорость сайта». И как его можно увидеть на своем сайте после обновления на 15-ю версию? Вы увидите виджет, который показывает некие параметры. 0,31 секунды, сейчас мы об этом поговорим. Но я всегда мечтал, чтобы он давал один ответ, написанный словами. У вас быстрый сайт или не быстрый? И мы, собственно, дали соответствующую категорию. Если ваш сайт отображается до полсекунды, еще раз подчеркну, это речь идет не о генерации страницы, это обо всей цепочке, и перед глазами у пользователя страница появилась, мы считаем, что у вас очень быстрый сайт. Если он отобразился до 1 секунды, для большинства ваших посетителей, значит, мы считаем, что он быстрый. Ну и, соответственно, не быстро, до 1,5 секунд, ну и можно дойти до очень медленно. Это очень простой ответ, и он считается динамически на последних 1000 посетителей. Скорость сайта также показывает, включен ли композитный режим, включено ли ускорение и сколько хитов было выполнено в композитном режиме. Ну и, собственно, за какой период вы смогли набрать эти 1000 хитов. Простые очень цифры и очень простой ответ. Этот ответ для обычного клиента, для обычного посетителя, владельца ресурса. Для разработчиков мы показываем гистограмму распределения этих хитов. Как много попали, например, были ниже. Или те хиты, которые оказались медленными. Вы можете посмотреть их, подведя мышку, вы увидите конкретную страницу и все параметры, которые с этой страницы связаны. Но обычно это нужно уже разработчикам для того, чтобы осознать ту или иную ситуацию. А второй график покажет чуть интереснее информацию. Зеленое поле, по сути, это время отклика вашего сервера. Оно включает и время генерацию, и загруженность вашего провайдера. А вот это, собственно, синее поле, это насколько быстро работает ваш JavaScript. Если его много, значит, что-то не так. Этот скриншот снят на сайте Юры, у него там, он знает, что у него есть проблема с JavaScript. Но пока он ее не устранил. Но он говорит, ну у меня все равно 0.3, у меня же очень быстро. Но в принципе он может еще больше ускорить свой сайт. Здесь тоже можно получить дополнительную информацию по каждой группе или по каждому интервалу времени. Очень простой сервис, бесплатный для каждого клиента на платформе 1С Bittrex. Не нужно ничего устанавливать, вы просто обновляете продукт на 15-ю версию, и все начинает работать. Он работает внутри, считает для 1000 последних посетителей. И мы называем его комплексным показателем. И мы сами начали на него ориентироваться, и будем и вас ориентировать на этот показатель, потому что он очень много всего в себя собирает. Чуть-чуть цифр. На сегодняшний момент сервис установлен уже, вот утром я смотрел статистику ночную, на 22 500 сайтов. И это очень приличная величина. Это примерно 50 миллионов хитов, и 43 миллиона уникальных посетителей проходят по
вот этому всему спектру сайтов, на которых установлен этот счетчик. К слову, аудитория Рунета 68 миллионов. Плохая величина. И теперь мы можем точно сказать, быстро ли работают сайты на Vitrex или нет. 22% сайтов работают очень быстро. 48% работают быстро, то есть они отображаются до 1 секунды. Фактически 70% сайтов — это быстро или очень быстро. Наверное, это лучшие цифры, которые могут развеять те или иные легенды, которые ходили о наших проектах. Но все, что можно наблюдать и измерить, можно улучшить. Сказал один хороший человек. Мы немножко поправили этот показатель. Вообще, если вы что-то начинаете измерять, оно обязательно начинает улучшаться. И мы уже видели по своим проектам, мы видели по проектам клиентов, когда вы и клиенты увидели это число, появился объект, о чем поговорить. Например, история одного интернет-сайта. Да, появление скорости сайта выявило, что мой сайт, мой проект оказывается не очень быстрый для моих клиентов. Меня это не устроило, я начал предпринимать шаги, чтобы это исправить. Переезд на хостинг в Россию дал мне выигрыш 0,6 секунды. Вроде простая вещь. Перенесли, стали поближе, стали быстрее откликаться. При этом сайт еще не трогали, не меняли, оказались значительно быстрее. Второе, что я сделал, это я включил сжатие CSS и JS. Это дало мне еще примерно 0,5 секунды. Один из параметров в продукте. Вроде как бы незначительный, но включив его, вы получаете значительный выигрыш. На моем проекте использовались нестандартные кастомизированные компоненты. Переехав на стандартные компоненты, я получил дополнительный выигрыш. Ну и последнее. Включение композитного режима дало мне очень быстро и дает возможность не исправлять JavaScript. На самом деле, мы с Юрой еще спорили, мы просили его включить ускорение сайтов. И вы знаете, так как у него основные клиенты в Калининграде, а там нету точки доступа CDN, то оказалось, что в его конкретном случае включать ускорение сайтом не дало прирост. Ну окей, значит, вот этот комплексный показатель конкретно для этого сайта дает ответ. Не очень быстро, если включить этот сервис. А если вот эти инструменты включить, то получается очень здорово и быстро. И вы знаете, вот эта вот ситуация, когда и клиенты, и партнеры, просто ориентируясь на один показатель, начинают коммуницировать. И вот вся вот эта процедура заняла неделю. Начинали с 2 секунд, в конце недели получили 0,3 секунды. Очень простой ориентир и прекрасный результат. Я очень рад, что мы выпустили этот сервис, и надеемся, что вы его оцените по достоинству. И еще раз подчеркиваем, что композитная технология, композитный сайт — это один из самых больших плюсов и самый большой прирост, который можно получить для увеличения скорости сайта и для увеличения отображения. Ну что ж, пойдем дальше. Мы представляем вам еще один проект. Он был настолько, наверное, вызывающим, амбициозным, что мы не сами были не уверены, что сможем его запустить. Мы говорим о нем как о сервисе больших данных, первоначальном применении персонализации. Вы знаете, вот термин Big Data, мы очень с юмором, наверное, относимся к тому, когда появляются такие термины. Зачастую в них скапливается очень много легенд, правды и сценариев использования, и самых разных технологий. И мы просто сломали голову, пытаясь придумать название для нашего сервиса. Нас же начали троллить наши разработчики внутри нашего портала. Это был просто какой-то ужас. Но вы знаете, самое удивительное, что когда мы показывали разные названия нашим клиентам, вот если в них присутствовало слово Big Data, они вдруг понимали и могли объяснить примерно, о чем это будет. И мы не стали спорить. Мы решили, что хорошо, этот сервис будет называться 1С Bittrex Big Data. Но давайте теперь серьезно поговорим о том, что, собственно, за этим стоит и что за этим прячется. Вообще история обработки больших данных имеет много исторических предпосылок или вообще сценариев. Когда мы покупаем, вообще первый сценарий, первая аналитика появилась в ритейловых магазинах. Фактически, когда мы покупаем, прокатываем карточку, оплачиваем заказ, у магазина накапливается информация, что этот покупатель делает соответствующую череду покупок. Можно состыковать это с временем, с акциями, с Новым годом, с праздниками или с другими составляющими. И первоначально с этими данными работали аналитики.
То есть фактически люди садились и смотрели распределение, группы, строили так называемый профиль человека, считали возраст, доход, составляющие, семейное положение. И это всегда делали люди. Ну, как я говорю, потом пришли математики, когда данных стало совсем много, и сказали: так, давайте попробуем это как-то анализировать автоматически. Давайте попробуем выявлять эти закономерности без рук и без участия людей. И говоря о нашем сервисе, мы говорим о том, что, конечно, это облачный сервис для обработки больших объемов информации, автоматического выявления закономерностей и прогнозирования поведения пользователей. Наша цель – выдавать рекомендации для интернет-магазина сайтов в реальном времени. И чуть-чуть, ну как бы даже не математики, а как вообще устроены эти алгоритмы. Сначала опишем предысторию. Предположим, некий анонимный пользователь приходит на наш сайт, в наш интернет-магазин, и делает покупку. Он покупает iPhone, выбирает и сам покупает чехол подходящего размера и покупает зарядку для автомобиля. На самом деле он уже обучает систему. То есть он говорит нам, что существует связь между вот этими категориями товара. И когда выходит новый iPhone, у него новый размер, у него новый разъем или другие составляющие, то первые покупатели, они по сути обучают сервис и говорят нам в дальнейшем, что когда приходит новый покупатель и начинает интересоваться iPhone, то мы можем ему рекомендовать соответствующие товары. Вообще, раньше можно было в нашем продукте настроить эти вещи вручную. Но представляете, какую нужно было работу делать? Нужно было все время отслеживать актуальность, следить за популярностью, масса других вещей, и чаще всего люди это не делали. Но, и мы видели эту информацию, что нет соответствующих данных. Но в данном случае сервис, это называется товар-товар, сходство, выявляет аналогии и может соответствующим образом давать правильные рекомендации. Но иногда приходят пользователи, которые еще ничем не интересовались. И сервис тоже может давать им рекомендации. На основании сходства между этими пользователями, по ряду аналитических показателей, поведению и так далее, находя похожих посетителей, которые посещали ваш интернет-магазин, на основании этого он может рекомендовать соответствующие товары. Много историй рассказывают о том, как работают алгоритмы. Есть одна, наверное, из самых популярных историй о том, что, собственно, ритейловая сеть группировала пользователей. И математически отдельным образом работали над группой беременных, которые покупали определенную категорию товаров. Но, опять же, математически они немножко откатились назад, по времени предположили. Давайте поищем тех людей, которые... Посмотрим, какие товары они покупают перед тем, как попасть в эту большую группу. Они выявили эту категорию товаров, и всем, кто покупал эти товары, решили заранее прислать рекламу товаров для беременных. Ну, отсюда, собственно, и разразился скандал, когда рекламу получила школьница, которая, в общем, отец ее был уверен, что все хорошо. Через два дня там, или через неделю пришлось извиняться, потому что оказалось, что математические методы оказались более точными. Они по покупке тех или иных духов смогли прогнозировать попадение этого покупателя в соответствующую группу. Но это, с одной стороны, вроде веселые истории, но они подчеркивают, что математические методы зачастую выявляют закономерности, которых обычные аналитики и обычные люди не могли бы выявить, ну или предположить эту гипотезу. Ну что ж, давайте мы чуть подробнее расскажем, что такое персонализация. Конкуренция среди интернет-магазинов обостряется с каждым днем. Выигрывает тот, кто умеет лучше конвертировать своих посетителей в заказы. Возьмем обычный интернет-магазин. С 1000 посетителей вы получаете выручку 1 миллион рублей, но с такого же трафика можно получить на 10-30% больше, если сделать интернет-магазин персональным для покупателя. Мы разработали облачный сервис персонализации Bittrex Big Data, который является частью платформы 1С Bittrex. Сервис анализирует посетителей, зашедших на ваш сайт, их интересы, покупки, сходство с другими покупателями, при этом сохраняя полную анонимность данных. Работает индивидуально для каждого сайта. Универсальный компонент персонализации может быть легко размещен на главной странице вашего интернет-магазина, в списке товаров, в детальной карточке товара, в корзине и на странице оформления заказа.
Персональные рекомендации также будут доступны вашим менеджерам по продажам при обзвоне покупателей, что позволит увеличить средний чек и выглядеть в глазах покупателей более компетентными. В дальнейшем рекомендации могут быть использованы для персонализированных рассылок вашим клиентам. Сервис Bittrex Big Data – один из лидеров по охвату интернет-магазинов. Позволяет связать онлайн и офлайн продажи из 1С. Является составной частью платформы 1С Bittrex. Bittrex Big Data. Конвертируйте в продажи лучше конкурентов. Вот так выглядит история и так выглядит новый сервис. Это очень большой проект, очень большой архитектурный проект, очень большой проект по реализации. Как получить и как будет воспользоваться сервисом? Чтобы воспользоваться сервисом, вам нужно обновиться до 15-й версии, установить на одну из рекомендованных или на все страницы виджет или компонент, который будет показывать персональную выдачу, и отслеживать эффективность на списке заказов. Нам действительно хотелось показать вам, как это работает. Ну, с одной стороны, этот виджет будет представлен на страницах сайта, партнеры смогут сделать ему необходимый внешний вид или дизайн, но технически очень важно, что он в любом случае всегда будет предоставлять данные. Причем он будет использовать данные из облачного сервиса по рекомендациям и те данные, которые есть непосредственно внутри интернет-магазина. И на основании этого давать соответствующие рекомендации тем или иным посетителям, которые придут на сайт. И на главной странице, и в детальных карточках товара, и вот, собственно, везде, где мы перечисляли. И одна из целей состояла в том, чтобы показать вам, и чтобы вы могли посмотреть, как работает этот сервис. И, собственно, в самом списке заказов, те заказы, которые содержат хоть одну позицию, вы будете по персонализации, которую рекомендовал сервис, вы увидите специальный значок. Ну, еще раз, это не значит, что весь заказ персонализированный. Например, из трех позиций только одна могла быть рекомендована. Но в целом вы увидите сумму, а в дальнейшем мы предполагаем, что учитывая некоторые периоды, когда наберется уже достаточно большой объем данных, мы сможем вывести вам соответствующую конверсию и статистику по результатам работы сервиса персонализации. Также персональные предложения увидят ваши менеджеры в административном интерфейсе. Разговаривая с клиентами, они смогут увидеть, что делал клиент на сайте, какие были покупки, а также рекомендовать какие-то товары к продаже, тем самым увеличивая средний чек магазина. Сервис уже доступен в альфа-версии. И на сегодняшний момент мы уже обсчитываем 10 тысяч интернет-магазинов. То есть пока мы собираем еще аналитику, сам виджет выйдет в самое ближайшее время, мы в конце скажем, когда будет готов виджет для размещения. Примерно 35 миллионов пользователей и в день накапливаем порядка 40 миллионов записей. Это большие объемы, большие данные. Почему обычно и говорят Big Data? Потому что необходимо много данных обрабатывать, пересчитывать их либо в дневное, либо в ночное время, и в дальнейшем давать рекомендации в реальном режиме времени. То есть по приходу вашего посетителя на сайт обращение к облачному сервису будет занимать считанные миллисекунды. Итак, пока это бета-версия, Big Data персонализация, пока мы называем весь этот сервис таким образом, это новый облачный сервис. В течение первого года сервис будет полностью бесплатен для всех клиентов нашей платформы. Мы рассчитываем, и на основные показатели это 10-30%, причем в зависимости от товаров и алгоритмов. Еще раз подчеркнем, что сам виджет, сам компонент будет динамически менять алгоритм, по которому давать рекомендации на этом сайте. Разные категории товары лучше работают с теми или иными рекомендательными механизмами, сервисами, персонализацией и так далее. Соответственно, на основании механизма обратной связи мы будем вычислять, какой алгоритм лучше и какой алгоритм правильнее работает для этого сервиса. Это универсальный компонент, его легко будет разместить. И, наверное, одно из самых наших больших преимуществ в том, что не будет дополнительных расходов или усилий для выполнения этой интеграции. То есть уже обновившись, вы сможете быстро выполнить соответствующие настройки. Мы планируем развивать интеграцию с 1С и учитывать заказы в офлайне, как мы говорили. Получается, что с точки зрения сервиса персонализации у нас будет самый большой охват интернет-магазинов. Ну и, конечно, для разработчиков будет API, которым можно будет воспользоваться, обращаться к сервису и на основании этих данных строить те или иные рекомендации. Это начало большого пути. И сам сервис мы уже видим, как можно использовать, например, в CRM, давая рекомендации внутри Bittrex24,
какие товары можно предложить тем или иным пользователям. Мы видим, как можно персонализировать сайт, иногда даже обсуждаем варианты пересортировки пунктов меню в зависимости от интереса пользователей или его интереса к тому или иному материалу. Применений много, и мы будем активно развивать и сам сервис, и коммуницируя с вами, искать новые сценарии использования этого сервиса. Очень рад, что появилась вообще у нас такая компетенция и новый отдел, который показывает прекрасные результаты. Итак, движемся дальше. Развиваем интернет-магазин. Очень большой блок с этим связан, и мы активно работаем над интернет-торговлей. И клиенты наших интернет-магазинов и партнеры постоянно задают нам вопросы. У нас очень большой продукт, очень много функционала, и они не знают, с чего начать настройку. Какая последовательность действий для настройки интернет-магазина? Что необходимо подключить? Что делать каждый день? Как узнать, все ли в порядке с вашим интернет-магазином? Мы попытались сделать ответ на этот вопрос. Ну, не все, конечно, так драматически, но в целом, когда новый клиент оказывается в продукте, не всегда можно понять, что, с чего начать. И мы разработали мастер интернет-магазина. Тут мы немножко сейчас завершим этот скроллинг и покажем, как вообще все это работает. Отдельный пункт, который собирает, например, первый пункт. Настроить курсы валют. Задание. Вы должны выполнить то-то или иное задание. Прямо под рукой находится документация, видео, учебные курсы, инструкции. Вы выполняете задание, проверили, все окей. Возвращаетесь к следующему пункту. Пункт уже отметился. Далее вы выполняете следующий пункт и следующую настройку. Всего три блока. До открытия, процесс работы внутри уже продукта и поддержание здоровья интернет-магазина. Соответственно, по мере того, как вы настраиваете весь функционал, Юрий тут настроил весь продукт, вы можете дойти до 90% общей настройки. Чтобы пойти дальше, вашему магазину нужно выполнять самую основную функцию – продавать. Чем больше будет продаж, тем больше будет у вас процентов на экране. На самом деле у нас там есть много идей, как сделать и графикацию, выдавать медали. Если ваши продажи были намного больше предыдущего дня или предыдущей недели, попробуем, подумаем, может, мы вместе с вами придумаем интересные сценарии, как это делать. Но на самом деле мы показываем на сегодняшний момент иногда клиентам сервиса до того, как они открывались. И именно про этот сервис клиенты говорили: здорово, а я и не знал, что можно вот это настроить. Или я не видел, что существуют вот такие параметры. Даже наши разработчики, что там греха таить, когда начали собирать этот мастер, потом подходили и говорили: вы знаете, я даже не подозревал, что существуют вот эти пункты, или можно выполнить соответствующую настройку. Мы считаем, что это будет очень удобно для партнеров. Вы прочекали весь интернет-магазин, подготовили и передали его клиенту. Точно так же те магазины, которые уже открыты, те магазины, которые уже работают, смогут пройти по этому мастеру, поработать, отметить и получить, ну, как бы уверенность, что все у вас готово или все настроено. Простой сервис, им легко пользоваться. Это своего рода такая пошаговая инструкция по подготовке к открытию и управлению интернет-магазином. И важный, наверное, момент, что вся документация по продукту, которая раньше находилась в учебных материалах, где-то еще можно было искать, теперь вынесена и размещена непосредственно по месту, там, где она может вам понадобиться. По сути, в любом разделе вы нажимаете «Документацию», читаете материал, смотрите видеокурсы и, пожалуйста, голосуйте за удобство. Дело в том, что эти оценки попадают в наш отдел документации, и они точно знают, что вот этот отдел нужно доработать или здесь нужно снять новый ролик. Фактически они будут работать по самым низким оценкам в первую очередь для того, чтобы улучшить те или иные материалы, те или иные разделы. Четкий план по созданию и запуску интернет-магазина. Ну что ж, пойдем дальше. Фасетный индекс. Вообще слово «фасетный» довольно ругательное, технологическое. Обычно о нем говорят как о технологии быстрой фильтрации или быстрой выборки. И делая подход к этой теме, мы ставили задачу сделать удобно. Мы пересмотрели много внешних технологий. И вы знаете, оказалось, что они довольно, даже не то, что громоздкие, наверное, я бы такое слово использовал. И ты идешь с одной стороны, например, настраиваешь свойства товара. После того, когда ты настроил свойства товара, ты, например, чаще всего используешь там фильтры по размеру, цветам или каким-то другим характеристикам, ты хочешь, чтобы все переиндексировалось быстро. А вот именно вот с этой частью, с внешними продуктами, получается достаточно сложно.
И мы решили, что, проверив несколько технологий, по сути, мы их запустили, но убедились, что они оказываются довольно сложными и громоздкими в использовании партнерами и клиентами. Мы приняли решение и разработали фасету внутри продукта. Сделали ее встроенной непосредственно в инфоблоке. Теперь вы набираете свойства товаров под каталоги или так, как это вам необходимо, и при настройке дополнительных свойств указываете «показывать в умном фильтре». Фактически технология будет спрятана для вас и спрятана с технической точки зрения непосредственно внутрь продукта. Фактически мы оставили старую схему работы. Вы добавляете свойство в умный фильтр, и оно отображается. В новой версии умного фильтра 2.0 мы решили показывать вам варианты показов этих свойств. Все нам говорили, что нужно разные вариации показа этих свойств, и мы это добавили. Ну, это, во-первых, само по себе изменение умного фильтра, которое ожидалось. Но помимо всего прочего, он содержит встроенную фасету, автоматически индексирует при появлении как новых товаров, так и при появлении новых свойств. И вот эта вот автоиндексация, наверное, это одна из самых больших побед. Большой привет Максиму Смирнову, который вложил много месяцев в работу вообще в эту технологию. Я каждый раз, вот когда шел процесс работы, подходил к нему и видел, как он неделю, например, не мог взяться за то, чтобы переработать тот или иной фрагмент. Потому что настолько она сложная и емкая по производству оказалась. Теперь это все встроено непосредственно внутрь. И, конечно, надо было сказать, насколько быстрее вообще все стало работать. Мы не стали проценты выводить, но написали разы. Вот сам по себе компонент умного фильтра стал работать в 15 раз быстрее. Причем с точки зрения клиентов он не зависит от объема каталога. И это, опять же, была самая большая задача. В чем всегда возникало смещение. Вообще эти тесты были сделаны на многотысячных каталогах, там сотни тысяч элементов и очень много свойств и товаров, и как раз на них делались замеры, как вел себя, например, раньше умный фильтр, как теперь не только сам умный фильтр, но и фильтрация каталога работает значительно быстрее, потому что когда работает теперь GetList и существует много фильтров по свойствам, подключается фасетный индекс. Извините за такие технические аспекты, я думаю, что разработчики обязательно оценят результативность этого подхода. И это был фасетный индекс. Идем дальше. Управление заказами. Пожалуй, когда интернет-магазин открыт, наверное, основная форма, в которой мы сидим, и в которой сидит менеджер, это форма заказов. И мы решили, что нужно проделать над ней большую работу. И не просто работу, а решить еще одну очень важную задачу для интернет-магазина. У нас была стандартная схема разделения заказов, но клиенты нас спросили, нам нужно не просто разделить заказ. У нас поступил заказ от клиента, в нем три позиции. Одну позицию мы можем отгрузить прямо сейчас, ее клиент готов оплатить предоплатой. Две позиции он хочет отгрузить почтой России, предположим, через 10 дней, когда они поступят к нам на склад, и оплатить их наложенным платежом. Мы выпустили менеджер заказов, который позволит это делать. Возможно, поступление такого заказа можно будет разделять по частям отгружать, по частям оплачивать. Фактически, раньше мы предлагали только один сценарий. Например, есть две позиции. Одна есть на складе, другой нет. Мы говорили, разделите заказ и доставляйте частями. Но магазинам не всегда, во-первых, удобно, а иногда и клиентам неудобно. И теперь вы не делите заказ. Вы просто выбираете те или иные позиции, как доставить, чем оплатить, например, первое, все, что есть в наличии, как говорит Юр, там, наличными, а второе, там, через две недели по мере поступления можно оплатить карточкой, либо наличными, ну, каким-то другим способом оплаты. Изменилась сама форма, она станет значительно удобнее, часть элементов будут прикрепляться, основная информация по заказу, но помимо всего мы добавили еще аналитику заказа, в которой собраны текущие проблемы, состояние, ожидания, жалобы клиента, все, что может быть связано с этим заказом. Форма стала и сильно удобнее, и функциональнее. Вы будете тратить меньше времени. И опять же, тестируя это на людях, это был один из самых, наверное, таких восторженных отзывов по составу продукта, потому что те, кто каждый день работают с этой формой, понимают и знают, зачем необходимы соответствующие изменения. Идем дальше. Федеральные, глобальные интернет-магазины, либо холдинговые структуры. Первоначальные веб-интернет-магазины шли по пути, когда создавалось
например, домен сайта, и для города Новосибирска отдельный домен. Для, не знаю, там, для Москвы отдельный, для Питера отдельный. Сейчас и требования SEO, и поисковики, и целый ряд других вообще как-то концепций привели к тому, что сегодня не создается много разных доменов и сайтов. Сайт один. Клиент один. Он коммуницирует с брендом. Он выбирает свой город, например, Новосибирск, и ожидает, что ему товар доставят там. Причем магазины сегодня рассуждают уже таким образом. Даже если его нет в Новосибирске, мы должны принять заказ в Новосибирске, просто увеличивая стоимость либо длительность доставки. И клиенту предлагается сделать на отсутствующий заказ. Но при этом у таких глобальных магазинов чаще всего, как мы говорим, холдинговая структура, когда у них разные юрлица в разных городах, обрабатывают разными документами, разными складами и так далее. Мы завершаем работу, находимся в процессе, наверное, вот этого завершающего этапа по развитию холдинговой структуры. Опять же, когда и заказы в том числе поступают с самых разных каналов, обычно этот термин многоканальностью называют, через веб, через мобилы, через терминалы, самым разным образом заказы поступают и далее управляются через несколько юрлиц в одном интернет-магазине, через разные документы для разных юрлиц, отдельные службы доставки и оплаты для разных юрлиц. Еще раз, это достаточно большая федеральная структура, которая необходима в первую очередь большим крупным магазинам. Хотя, когда мы с Юрой спорили, он говорил, да нет, не только большим. Это необходимо самым разным магазинам. Посмотрим. Мы продолжаем развивать наборы и комплекты и добавляем те сервисы, которые вы просите нас на сайте «Идеи» или в вашем фидбэке. Очень разные товары, очень разные каталоги. И наборы и комплекты оказались прекрасным решением. Клиентам нравится, но некоторые пожелания были высказаны, мы постарались доделать, чтобы все были более довольны соответствующим сервисом. И идем дальше. Маркетинг в интернет-магазине. Целый блок, который включает в себя. Первый – мастер скидок. Ой, вы знаете, мы тут, делая интеграцию с 1С по скидкам, поняли, что у нас вообще космический какой-то аппарат по скидкам. Их очень много, они самые разные. Но вот хотелось сделать их попроще. И на самом деле визуализировать, какие же скидки, собственно, уже есть в системе, как с ними работать. И мы разработали, опять же, отдельную страницу и очень простую форму, которая позволяет с этими скидками работать, создавать, визуализировать и управлять их, применяя к тем или иным товарам, платежным системам, условиям, периодам и так далее. Дополнение, которое оценят многие клиенты. Также мы не забываем о SEO-модуле, который мы выпустили в 14.5 версии, и продолжаем его развивать, опять-таки основываясь на вашем фидбэке и анализе сайта идей. Не будем все перечислять, пойдем далее. Покупки на Яндекс.Маркете. Вначале мы говорили о важном тренде, о том, что маркеты приходят на рынок, и нужно магазинам учиться с ними дружить. Не просто дружить, а извлекать из них прибыль, скажем так, и пользу. Трафикогенераторы. Нужно научиться с ними работать. Первый сценарий, который предлагал Яндекс.Маркет, это публикация каталога, и тогда фактически вы платили за клик на переход на ваш сайт. Второй вариант, который был первоначально, я так понимаю, промежуточный предложен, это продажа, когда клиент переходил к вам и покупал уже на вашем сайте. Но сегодня основной сценарий, который предлагает Яндекс.Маркет, это покупка непосредственно у них. Когда те позиции, которые, те магазины, товары которых интегрированы по специальному протоколу, отмечаются добавить в корзину, я так понимаю, что их будут премировать, видимо, они будут как-то оказываться выше и рекомендоваться клиентам. Там будет анализироваться обратная связь клиентов по службам доставки и массе других вещей. И это один из ключевых сценариев, в котором Яндекс будет в дальнейшем работать. Мы очень активно работаем с коллегами из Яндекс.Маркета и, наверное, первыми интегрировали новый протокол по интеграции интернет-магазина с Яндекс.Маркетом. Вам достаточно подписать с ними договор, занести несколько параметров, видите, мы их тут замылили, они секретные параметры, занести их в эту форму для того, чтобы получить соответствующую интеграцию. И вы будете полностью поддерживать этот новый расширенный протокол по Яндекс.Маркету. Я приглашаю Алексея сказать несколько слов о том, как устроен Яндекс.Маркет и почему вообще магазинам необходимо этим заниматься. Леш, прошу. Добрый день, да. Спасибо большое. Мы со своей стороны, да, там уже достаточно давно работаем на рынке, 14 лет, Яндекс.Маркет существует.
И мы видим следующую динамику и статистику. ТНС. Они говорят о том, что интернет-коммерция растет. Она действительно растет. Люди начинают покупать. Да, карточкой больше платить, билеты, услуги и товары. Но так или иначе, есть еще несколько аспектов. По, например, Morgan Stanley, 87% пользователей приходят в Рунет за информацией. Они ищут по поисковикам, находят товарные предложения, выбирают, сравнивают активно. Среди них примерно 56% пользователей выбирают Яндекс.Маркет. Пользуются этим сервисом, который мы предоставляем пользователям. Если говорить о Яндекс.Маркете, то это сейчас крупнейшая площадка, которая в цифрах выражается так. 18 миллионов пользователей ежемесячно приходят на Яндекс.Маркет выбирать товарные предложения. И примерно 1 600 000 в день. А дальше мы, когда стали смотреть, сравнивать все эти цифры, как бы улучшить эффективность работы магазинов, мы натолкнулись на следующий кейс. И он оказался тяжелый. Это из-за чего появился покупки на Яндекс.Маркете, CPA, Cost Per Action. Получилось следующий сценарий, что пользователь из региона может выбрать в Рунете, подобрать какие-то товарные предложения, модели, сравнить. А дальше возникает проблема – купить. Купить в каком-то московском магазине, окей, нужно сделать предоплату, это какой-то магазин, доставят, не доставят, и начинает срабатывать некоторый психологический барьер, что я заплачу деньги на деревню дедушки, и непонятно, получу товар или нет, нету никакой гарантии. И вот здесь вот как раз покупки на Яндекс.Маркете, которые мы сделали со своей стороны, являются таким связующим звеном, чтобы помогать магазинам продавать в регионе. А пользователь из региона, зная, что такое Яндекс и испытывая доверие к нему, лучше оформлять заказ в интернете. И таким образом получилась следующая вещь. Стали анализировать рынок. Получили, что сейчас маркетплейсы примерно предоставляют эти услуги следующего характера. От 2 до 15% за сделку. Это получается много, мы считаем это неправильным. И мы запустили этот сервис и сделали его следующим, достаточно простым. 1% от стоимости заказа. Как уже сказали коллеги из Яндекс.Битрикса, и большое спасибо, они действительно первые проинтегрировались с нами. Сейчас это проще. И те, кто подключаются к Яндекс.Маркету CPA, они получают новых пользователей. Это следующее развитие рынка. Спасибо, Леш. Спасибо большое. Вообще Яндекс один из Битрикс звучит клево, да? Хорошая оговорка. Ну еще раз, обратим внимание интернет-магазинов. Если я правильно понимаю, вы расстаетесь с деньгами только в случае, если вам дали покупателя. Фактически 1% вы отдаете с заказа. Попробуйте. Это не такая сложная процедура, и она теперь не сложная ни технически, ни организационно. Мы обращаем внимание на этот сервис, еще раз подчеркиваем, что конкуренция на рынке начинает возрастать. Учитесь получать трафик из таких трафикогенераторов. Есть аудитория, вы можете попробовать получить и сделать продажу. Итак, дальше идем. Контекстная реклама для интернет-магазина. По сути, сегодня основной трафикогенератор. Чего нам хотелось? Нам хотелось дать возможность нашим пользователям привязывать ту рекламу, которую они дают на рекламных площадках, к конкретным товарам, видеть аналитику, дала эффективность эта реклама или не дала, окупилась ли эта реклама на их площадке, которую они размещают, или не окупилась. Ну, получается, что если вы привлекли по цене заказ за, не знаю, 5000 рублей, а ваша прибыль, а это об этом знает ведь только интернет-магазин, составило 3000 рублей, то, скорее всего, вы в убытке. Именно потому, что интернет-магазин знает доходность товара, мы решили, что нужно сделать более плотную интеграцию. Теперь непосредственно в самом товаре вы можете давать объявления на Яндекс.Директ и на Google AdWords. Вы выполняете эту интеграцию. Вы можете создавать новые кампании, создавать объявления для конкретных товаров в интернет-магазине. Возможность связывать заранее объявления товаров. То есть, если были уже в рекламной кампании, вы их можете подключить. Подбор ключевых слов и стоп-слов, возможность выбрать стратегию, возможность управлять объявлениями и бюджетом. Так выглядит интерфейс.
Достаточно легко настроить, выбрать страны, параметры, те или иные рекламные кампании, выбрать ключевые слова, стратегии, средний, низкий, высокий. И вы будете видеть соответствующие данные внутри заказа на основании того, что есть в вашем интернет-магазине. Интересный сервис. Нам кажется, что он будет развиваться. Когда мы выпустим эту часть, ждем ваших откликов по сценариям использования. Ожидания достаточно большие. Движемся дальше. Реальный обмен данными с 1С. Мы выпустили его в предыдущих версиях. Он прекрасно работает. Включается фактически нажатием одной кнопки «Хочу». Реалтаймовый обмен. Все, реалтаймовый обмен работает. Поддерживаются как серверные конфигурации, так и конфигурации локальные. Вообще это была не реконструкция, это была революция. Это совсем другой сценарий, другой обмен. Его легко включить, легко настроить. Очень много положительных отзывов. Решены задачи по производительности, по объемам. В этом релизе мы представляем несколько дополнений и доработок. Тем конфигурациям, которые поддерживались, две редакции управления торговлей, управление производственным предприятием, комплексная автоматизация, конфигурации Украины, Белоруссии и Казахстана добавляется управление небольшой фирмой. И самое главное, управление небольшой фирмой тоже поддерживает реалтаймовый режим обмена. Это очень популярная конфигурация, ее спрашивали, ожидали, и мы с удовольствием готовы сказать, что мы смогли сделать такую реализацию. Но это не все. Во-первых, мы продолжаем развивать, дополняя очень много важных составляющих, но появились очень важные и ожидаемые вещи. Появилась возможность выгружать скидки из 1С в наш продукт. Соответственно, те менеджеры, которые привыкли работать в 1С, смогут работать с 1С и дальше, даже делая скидки. Также появилась возможность выгружать в обе стороны наборы и комплекты и другие доработочки. Выгружаемые из 1С свойства и характеристики теперь дружат с умным фильтром, что тоже ожидали от нас клиенты. Ряд дополнений, мы потом сделаем отдельную статью. К сожалению, пресс-конференция, вообще презентация не позволяет дать большой объем информации. Следите за блогами, мы будем рассказывать, как продвигается работа в этом направлении. Движемся дальше. Интеграция для интернет-магазина. Местоположение. Ведь так замечательно, когда клиент набирает Московский проспект. Ему предлагаются разные московские проспекты тех городов, которые есть. И мы выпустили новый сервис. Кстати, мы думали сделать его облачным. Но потом, вспомнив истории с Почтой России и рядом других вещей, мы решили, что вообще очень важно, чтобы магазин в любом случае принял заказ. Ни при каких условиях не отключился, и заказ должен приниматься железно. Поэтому появился целый инструментарий по загрузке местоположений. Мы добавляем Москву, выбираем Калининградскую область и Санкт-Петербург. Выбираем загрузку до улиц. Количество градаций может быть любое, вплоть до дома, квартиры и так далее. Тут на ваше усмотрение. Мы в продукте поддерживаем... Нет, квартиры мы не стали делать. Да, мы для России поддерживаем до улиц. Он тут изрядно ускорил процесс загрузки, потому что загрузилось там довольно много данных. Вообще вся база 1,5 гигабайта. Не советую прям сразу, если вы не работаете, например, в Ханты-Мансийске, загружать все подряд. Аккуратно. Убираете лишнее, оставляете только те регионы, которые необходимы. Попадаете в публичный раздел. Мы хотели показать, как это будет с точки зрения магазина уже непосредственно выглядеть. Это наш демо-интернет-магазин. И мы показываем пример оформления заказа. Вот, собственно, местоположение, в которое должен будет попасть клиент. И он набирает просто Московский проспект, а система ему подсказывает Санкт-Петербург, Калининград. Он выбирает Калининград. То есть там, где он работает. Или там, где вы работаете с теми или иными местоположениями и данными. Все заказы будут иметь единое централизованное местоположение, и дальше с ними можно будет и опираться, и работать. Хороший получился и полезный функционал. Много работы производится внутри. Внутри, когда она не очень видна снаружи. Мы ведь вам говорили, что будем потихонечку все переводить на новое ядро. На архитектуру, на объекты, на массу других вещей. То, что мы называем ядром D7. Большой объем работ выполнен по службам доставки. Все API совместимо, все модули, которые выпускались, совместимы. Но мы уже этот функционал новый используем в системе разделения заказа. Вернее, не разделения, а независимой отгрузки. Это потребовало соответствующих изменений. Рассылки. Как давно мы не брались за этот модуль? Но решили, что пора. С одной стороны, персонализация нас подталкивает, как бы пора уже заняться этим вопросом.
Следующий план. Ближайшие два релиза, начиная с этого. Мы разделили выпуск рассылок на две части. Первая часть – это полная переработка этого модуля. Он переведен уже на новое ядро и с новой архитектурой. Учет просмотров, переходов, отписка-подписка, HTML-шаблоны. Простые вещи, которые необходимы. То есть сейчас он будет просто актуализирован, приведен в боевое состояние и выпущен в этом первом этапе. Следующей частью – это весной, в релизе 15.5 – это триггеры, автоматизации, персонализированные рассылки, то, что последует за этим. Ну вот один из скриншотов того, как выглядят сегодня рассылки, как система считает и отправленные, и доставленные, и ряд других вещей. Вы увидите этот модуль, мы постараемся сделать его боевым и составляющим существенную вообще пользу для интернет-магазина. Продолжаются работы по новому ядру. Мы переводим на D7. Кстати, появилась поддержка веб-кластера в новом ядре. Вообще по масштабированию мы будем много говорить. Переработанные отправки, тут много составляющих. Вообще и новый функционал, и зачастую тот, который есть, переводится на новую архитектуру. И все это делается с полным сохранением совместимости. С полным сохранением тех продуктов или тех сайтов, которые вы уже создавали. Так, шаг за шагом, глядишь, у нас будет полностью новая архитектура, которую мы, как разработчики, очень давно ждали и хотели. Масштабирование. Один из блоков, который посвящен тому, чтобы сделать проект и большим, и отказоустойчивым. Целый набор технологий, которые мы поставляли и поставляем. Визуальное масштабирование. У нас есть эталонная среда, которая там в Unix-средах, там RPM, которые позволяют готовую эталонную конфигурацию развернуть. Мы поддерживаем, пожалуй, все технологии виртуализации и поставляем готовые виртуальные машины для работы. В технологии веб-кластера, создание системы серверов, обслуживающих, и создание географического веб-кластера, когда вы можете создать один дата-центр, отделенный от другим, и полностью отказоустойчивую конфигурацию, работающую с этими данными. И поддержка облачных файлов, и поддержка, в частности, облачных инфраструктур. Мы активно работаем с Amazon AWS. Коллеги, кстати, здесь. Не знаю, кому подмигнуть, но надеюсь, что скоро появятся Amazon в России. Очень бы хотелось, чтобы эта часть развивалась. Вот набор технологий дополнен сегодня. Мы выпускаем новую виртуальную машину с отдельным API для интеграции с хостерами. Несколько слов потом скажу. Обновление основных продуктов, технологий, которые включает в себя виртуальная машина. Мы обработка многосайтовости. Мы поддерживаем Sphinx, вы помните, и включение его внутрь и автоматизацию соответствующих запусков. Что такое интеграция с хостерами? Нам всегда хотелось, чтобы в технологиях виртуализации или в облачных инфраструктурах вы могли выбрать провайдера, в тот дата-центр, в котором вы стоите, виртуальные машины, которые у него есть. Соответственно, если вам необходимо сейчас увеличить мощности, вы выбираете, например, дополнительный сервер для базы данных, перекидываете на него, там, не знаю, слейв-запросы, строите веб-кластер и разгружаете конфигурацию. Мы будем продолжать двигаться в этом направлении и ждем и фидбэка от наших хостинг-партнеров и вообще развития в этом направлении. Мы очень хотели подробно рассказать про мобильное приложение, но мало было времени. Мы хотим только анонсировать. Напомню, что у нас есть мобильное приложение с готовым демо интернет-магазином, который позволяет выпустить мобильный апп для iOS и Android, для телефонов и для планшетов, обеспечивает полную интеграцию с интернет-магазинами, с заказами, со всем, что с этим связано. Уже довольно много приложений выпущено нашими партнерами и клиентами. И мы обновляем это приложение, выпускаем поддержку iOS 8 и Android 5.0, не дают разработчики скучать, все время какие-нибудь новинки, интерфейсы, другие вещи. Новые API, производительность и целый ряд других вещей. Одним словом, обновляется мобильная платформа. Так выглядит состав этого релиза. Немного перечислю. Облачный сервис, скорость сайта. Большие данные, персонализация, запуск этого сервиса в бете, который позволит, на наш взгляд, сделать интернет-магазины сильно более эффективными, чем в обычном сценарии работы, персонализированными для покупателей. Фасетный индекс в составе продукта и новый умный фильтр. Блок по интернет-торговле.
мастер управления магазинами, менеджер заказов, холдинговая структура. Интеграции с 1С, с Яндекс.Маркетингом, в целый ряд дополнительных вещей. Мы будем продолжать, начали и будем продолжать активно развивать активный маркетинг. Это и мастер скидок, и интеграция с контекстными системами. Мы подозреваем, что очень много будет фидбэка именно по контекстной части, потому что это действительно один из самых основных инструментов сегодня работы. Причем, как это говорят, самый расходный инструмент. То есть там, так как раз, и теряют иногда деньги, не зарабатывая на интернет-торговле. Рассылки, новое ядро, технологии масштабирования и мобильные приложения. Так выглядит состав текущей версии продукта. Изменения в лицензионной политике. Цены пока не меняем. Все остается таким образом. Посмотрим, как будет завершаться этот год, но до конца года все будет по-прежнему. Но уходит одна из редакций. Вы помните, в прошлый релиз мы убрали редакцию «Бизнес-веб-кластер». Сегодня уходит редакция «Веб-кластер». Для партнеров, у которых есть уже контракты, заказы, либо есть поставки, конечно, поставка будет осуществляться до конца года. Не переживайте, свяжитесь с партнерским отделом, соответствующие возможности будут предоставлены. И редакция Enterprise. Эта редакция размещена уже на сайте, помещена, то есть мы ее скомплектовали, собрали составляющие, определили, из чего и как состоит эта редакция. Еще раз для информации вы можете обратиться к нашему сайту, чтобы понять, как все устроено и как все работает. Это верхняя редакция, которая включает в себя весь функционал всей платформы, все возможности по масштабированию, экспертизу нашей команды и команды партнеров по отказоустойчивым и масштабируемым системам. Мы предполагаем, что эта редакция будет дополнена специальными сервисами по персонализации для того, чтобы получать больше выгоды либо эффективности, либо иметь возможность индивидуально настраивать проекты, ряд консалтинговых инструментов, то, что необходимо для крупных корпоративных клиентов. Самый интересный вопрос – когда? Когда все это будет доступно? Три этапа по выпуску. Еще раз, есть технические, есть организационные моменты. Некоторые сервисы нужно сначала выпустить, а потом выпустить, например, уже визуализацию. Итак, сервис скорости сайта уже доступен. И вот в начале ноября, я думаю, на следующей неделе уже, будут доступны фасетный индекс, мастер управления магазином, наборы интеграций с 1С, Директ, с Яндекс.Маркетом и с местоположениями, и все, что касается нового ядра. Это выйдет в первой волне на следующей неделе. В середине ноября будет доступен сервис по большим данным, по персонализации, новые службы доставки, мастер скидок, умный фильтр, контексты конверсии, интеграция с Яндекс.Директом. Если я не ошибаюсь, вот мы точно не уверен, возможно, Google AdWords выйдет в третий этап. Масштабирование виртуальной машины 5.0. Ну и, соответственно, конец ноября, менеджер заказов, холдинговая структура, рассылки, мобильное приложение. Таким образом, в течение следующего месяца мы планируем завершить выпуск всех обновлений продукта и сделать их доступными для интернет-магазинов. Напомню, что вопросы мы принимаем, используя Twitter. Не забывайте использовать хэштег Bittrex. И готовы ответить на ваши вопросы и в зале, и с онлайна. Вопросы там у нас есть. Я так подозреваю, что очень много. Давайте попробуем. Коллеги, помогайте, пожалуйста, с микрофонами, чтобы давать возможность позадавать вопросы. Давайте пока с онлайна начнем. Коллеги, микрофоны, вопросы, пожалуйста, задавайте. Здравствуйте. Дмитрий, один из битых. Нет, я еще не у вас. Кодекс. Вопрос такой. Персонализация – это очень здорово, это отличная вещь, но интересует вопрос API. API? То есть у нас есть мысли, как использовать в других сценариях. То есть можем мы, например, угадать пол посетителя? Можем ли угадать возраст через API? Вот такие интересуют вещи. Нет, возраст вы не угадаете и пол не угадаете. На самом деле сервис будет, по крайней мере, первоначально работать как черный ящик. Вы сможете, например, для этого уникального кука, вы же не знаете ничего про пользователя, на анонимный инструментарий, запросить его рекомендации, ему рекомендации по персональным
товаром по тому, что можно ему рекомендовать, и с тем или иными наборами. Да, одним словом, это будет сервис вот такого рода. Возможно, еще раз, мы сейчас пока первый этап выпускаем. Я даже уверен, что уже весной мы покажем дополнительные расширения по этому сервису. Если будет фидбэк и потребность, возможно, появится такой прогноз. Хотя, вот, делая подход к изучению предмета, мы увидели, что желание есть, а вот прогнозы строить по таким данным получается довольно сложно. Ну, то есть вот как бы настроить для этой категории вот эти товары. Все-таки хочется автоматики, а не ручного, не ручной настройки. Пожалуйста, дайте микрофончик для онлайна. И раздобудьте второй микрофон, нам понадобится. Так, вопрос такой, не тормозит ли сайт использование сервиса скорость сайта? Нет, не тормозит. Ну, технически это небольшой JavaScript-код. Он не задерживает загрузку страницы. Было бы странно, да, если бы мы замеряли и тут же задерживали. Фактически он берет параметры браузера. Параметры, вот то, что разработчики зачастую видят, там вот синяя линия, да, как бы момент отображения, когда они в отладчике смотрят страницу. И вот фактически мы засекаем вот эту вот черту и отправляем в облачный сервис это значение. Пожалуйста, еще вопрос. Или поднимайте, пожалуйста, руки в зале. Привет. Я Женя, бюро Пирогова. Смотрите, у меня два вопроса, точнее один вопрос. Одно предложение мы 2 года назад разрабатывали вот близкую штуку, модуль тоже к Битриксу по учету персонализации и так далее. Ну, как предложение, мы делали историю с... Есть такая штука импульсная покупка, когда собирается статистика с пользователя, и ему при каждой последующей покупке рассчитывается определенный процент, который он может докупить, там, например, 10% от стоимости, и этот товар ему предлагается... Ну, в ценовой категории до 10%. Ну, мы так конверсию, там, средний чек на 10% увеличивали. Угу. Классная штука была бы. Вот. А у меня вопрос. Спасибо, по, да, любопытно. По мобильному приложению. Очень интересует момент, как на оси решился вопрос покупки. Вот именно апсторовский. Потому что вопрос часто задается клиентами, и вот эти 30% никто не хочет платить. Ну, вообще сегодня Apple Store или Google вообще не очень активно, да, давит на эту часть, а Apple Store вообще не строго требует покупки товаров через Store. То есть если они видят, что это интернет-магазины, обычные товары, ну прям такого давления, все приложения опубликовали на сегодняшний момент. Действительно, 30% с обычного товара... Ну, не может позволить никто. Мне кажется, они адекватно это понимают и в первую очередь требуют от электронных товаров. То есть если это электронный товар и мгновенная покупка, тогда они как-то занимают некую позицию. Но для обычных интернет-магазинов сегодня препятствий нет. Все работает. Сереж, пожалуйста. Можно еще дать микрофон? Тут вопросик про торговые предложения. Получат ли они полноценное наличие на складах, чтобы с ним можно было работать в секьюре? Видимо. Они имеют наличие на складах, все в порядке. Это окей. После 14.5 выпустили? Да, это после 14.5. Ну, вот это как раз та ситуация, коллеги, когда мы не весь функционал смогли включить в релиз. Достаточно много функционала для того, чтобы сделать это в формате презентации. Пожалуйста, вопрос. Сергей, вопрос такой. По Big Data персонализации на уровне API вы сможете оторвать это от интернет-магазина, чтобы можно было выдавать рекомендации по контентным сайтам? Допустим, в перспективе статьи. Да, но первоначально нет. Мы сознательно сделали некоторые ограничения на текущий момент, чтобы не выходить за структуру или за формат. Но, например, мы уже собираемся разместить наш же виджет в маркетплейсе, в нашем, давая рекомендации по тем модулям, которые можно приобретать с этим модулем. Ну и так далее. Просто, то есть, я думаю, вы пошустрее Яндекс.Атома это зарелизите. Ты знаешь, там плохо измеряется. То есть формально можно там пересортировать пункты или другие вещи, но вот здесь иногда возникает конфликт с владельцем ресурса. Он говорит, ну хорошо, вы молодцы, пересортировали, а теперь докажите, что это было эффективно. И вот тут с магазином все понятно. Да? У тебя есть рост продаж, и ты можешь говорить, вот они твои 20%. А с сайтом не все понятно. Ну посмотрим. Я думаю, что появятся какие-нибудь секретные методы API для экспериментов. Прошу. Здравствуйте. Вопрос по Big Data. Теперь, получается, Bittrex стал глобальной ботнет-сетью?
То есть все магазины автоматически отправляют данные к вам. Глобальной сетью вот эти слова мне нравятся, а вот другое слово мне не нравится. Да, то есть я не увидел момента того, что пользователь, ну, если он не хочет отправлять свои данные, допустим, крупный магазин, он, получается, делится всей своей коммерческой информацией со всеми маленькими магазинами. Ну, тут как бы... Ну, вопрос от клиентов. Да, да, я понял. Хороший вопрос, да. Во-первых, данные строго разделены между магазинами, они не могут быть использованы. Ни товарный интерес, ни другие позиции не передаются. Во-вторых, мы берем на себя обязательства там, по лицензии и по юридически, что мы храним и выполняем соответствующие обязательства. Но если магазин не хочет эти данные отправлять, то этот параметр можно снять, например, там, и не пользоваться персонализацией. Вообще на рынке достаточно много сервисов, которые работают на сегодняшний момент по персонализации, и мы видим, что потихонечку интерес растет к сервисам. Но перед нами стояла задача подключить больше 20 тысяч магазинов, обрабатывать объемы. И вообще, вот если говорить о цене, мы сказали, что первоначально бесплатно, а как потом? Нам вообще видится, что потом мы будем давать некий пакет рекомендаций бесплатно. Ну, например, 1000 заказов в месяц будут идти бесплатно. А вот при превышении будет какая-то некая там выплата, да? То есть мы считаем, что у сервиса и у наших магазинов должно быть преимущество, они должны пользоваться такими возможностями. И легко интегрировать, и сразу делать это составной частью платформы. Поэтому выбрали такой путь. Прошу. Паснов Андрей, компания IDF. Такой вопрос. А можно ли что-нибудь пораньше получить и то, что указано в релизе? Потому что мы сейчас уже сдаем проект. Скорость сайта мы уже предоставили. А нет, вот нас больше интересует местоположение. Ну, вот это как раз та ситуация, когда уже торопить – это себе вредить. Не, а бета-версию какой-нибудь. Поэтому на следующей неделе, как вот в этапах заявлено, так и предоставим. А местоположение как раз входит в первый этап, вы ее на днях уже получите. Это скоро выйдет, да. Прошу. Максим Росляков, ЦУМ. Тоже вопрос по Big Data. Сейчас действительно есть на рынке два крупных игрока, которые предлагают персонализацию. Больше даже. Ну, окей. На сайте на самом, плюс персонализацию в имейлах, то, что вы упомянули, там наборы триггеров, шаблонизация и так далее. Означает ли это, что Bittrex, можно сказать, выходит на этот рынок и планирует существенную долю этого рынка занять? Вы знаете, мы как-то не рассматриваем это как выход именно на этот рынок. Почему? Потому что я думаю, что эти сервисы, оказывая какие-нибудь специальные консалтинговые услуги или там общий какой-то комплект, будут давать какой-то индивидуальный сервис. Мы все-таки считаем, что вообще вот этот комплект персонализации и подстройки сайта под пользователя – это своего рода веяние времени. Необходимо, чтобы платформа умела это делать. Мы вели диалог с целым рядом участников. Вообще мы первоначально боялись браться за этот сегмент и хотели попробовать найти интеграцию. Но еще раз, наши интересы зачастую расходятся. То есть нам нужно дать много бесплатно в платформе, а это большие расходы. Нужно суметь очень быстро подключить тысячи. А это тоже не так просто, это требует интеграции. Но у нас есть целый ряд и плюсов. Преимуществ. У нас большой объем, большой охват, тысячи магазинов. Это дает возможность давать интересные рекомендации. Одним словом, я думаю, что наши алгоритмы станут очень хорошего качества. Спасибо. Спасибо. Прошу. Женя, как вечерик, Митя Владимирович. У меня, значит, к слайду номер 47. Ого. Я, с вашего разрешения, не буду листать. Да, значит, ну, вот там, значит, снова Big Data, значит, там сказано бесплатные рекомендации в течение первого года. Да-да. А вот можно привести слайд с примером такой рекомендации? А, там были слайды, где мы показывали. Там примеров не было, значит. Ну, вот четко, вот, что видит хозяин сайта на своей картинке? Значит, были как раз слайды, где в детальной карточке товара, в главной странице, это будет либо рекомендация, либо лучшее предложение, либо персонально на вас, так сказать, там разработчики смогут выбрать. Это, по сути, разные типы алгоритмов, и там будут разные товары, которые будут соответствовать. Причем, по опыту могу сказать, иногда удается внятно объяснить, почему такая рекомендация дана. Ну, то есть, как бы интерпретировать человеческим языком, а иногда не удается интерпретировать. То есть, глядя на рекомендацию, ты только на конверсию потом можешь рассчитывать, и которая показывает, да, продажи выросли, или алгоритм оказался удачным.
Так, ну, и еще просто какое. Все же это вот не Big Data, это все же BI. Потому что Big Data – это анализ данных неструктурированных. Ну, типа там отзывов клиентов, там писем всяких там этих прочих. А BI – это все же, ну, данные о продажах – это данные структурированные. Ну, мы не случайно выбрали, остановились на этом термине, потому что сам по себе сервис будет давать больше аналитической информации в дальнейшем. Мы планируем его использование в Bittrex 24, а у нас там очень много разноплановой информации, которую мы также планируем анализировать. Планируем использовать внутри CRM. Одним словом, этот комплект технологий будет использован именно вот в таком. Да, сейчас это вот этот блок. В дальнейшем он будет расширен. Спасибо. Ваш вопрос. Меня зовут Олег. Вот, давайте в онлайн дадим микрофон. Есть? Давайте задам уже вопрос. Да. Опять-таки персонализация. Вы говорите о том, что у вас будет очень много данных. Все вопросы по персонализации. А потому что он очень интересный. Давно обещаете. Много данных из множества магазинов. Да. Какая у вас будет политика по обмену данными между разными магазинами, как ей управлять? То есть все-таки что-то вы передаете между магазинами, что-то вы не будете передавать в силу лица. Какая у вас политика сейчас? Куда вы будете двигаться дальше? Ну, политику мы уже задекларировали. Мы не передаем товарный интерес между. И вообще... А тогда что вообще передаете между? Ничего между не передаем. А тогда в чем смысл, что у вас там 35... миллионов там посетителей. То есть, по сути дела... Вот хотят, чтобы мы объяснили, как черный ящик работает. Нет, ну вы скажите нам, он отдельный черный ящик на каждый магазин, или мы получаем все-таки какое-то преимущество от того, что у вас огромная сеть магазинов по России? Товар только для магазина. А сходство пользователей мы будем использовать общие данные, а вот общее какие поведение данные между сайтами. Вот что-то вот интересное. Вот что все-таки вы передаете между... Нет, там как раз персональных данных никаких. Ну, на партнерской конференции, наверное, попробуем пообсуждать зимой детально. Спасибо. Давайте так. Прошу. Здравствуйте. Наталья Челикина, Актис Вандерман. Меня интересует слайд про масштабирование. И у вас там написано, что будет масштабироваться там масштабированием MS SQL и Oracle. Вы будете поддерживать репликацию? Ох, вот каверзные вопросы задаю, да? Вот готовились, я так понимаю, выверили вопрос, чтобы попасть ждали, в самое сердце. Вообще есть проекты, для MS SQL нет. Скорее точно скажу, что нет. Для Oracle у нас есть проекты, которые с Real Application Cluster. Там мы идем по технологии, которую рекомендует Oracle, и сценарий вообще с Oracle. Но должен сказать, что если... Ну, последний, наверное, Real Application Cluster был поднят лет 5 назад. Почему? Потому что сегодня технология MySQL, возможность создания на них кластерных технологий MySQL оказались достаточными. Клиенты используют либо MySQL, либо Percon, либо там MariaDB, и вплоть до подъема мастер-мастера. То есть как-то получается, что даже крупнейшие магазины работают на MySQL, мы их подталкиваем. Говорят, давайте на Oracle перейдем. Давайте Real Application поднимем. Они говорят, нет. Нам достаточно этого сценария. Ну, на самом деле, допустим, банковские системы больше интересуются MS SQL, и, ну, поскольку это диктуется инфраструктурой. За кофе мы отдельно обсудим этот непростой вопрос. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Давайте из онлайна несколько вопросов. Давайте. Тут вот вопрос. Bittrex Big Data работает на технологии Яндекс.Атом? Вы знаете, мы хотели. Если честно, мы ходили в Яндекс и пробовали договориться, но не получилось. Вообще очень любопытный этот сегмент. Нет, это работает на наших технологиях. Вообще сегодня мы используем активно сервисы, которые предоставляет в том числе Amazon. У нас вообще фрагмент развернут внутри Amazon, и там расположены сервисы. То есть мы подняли свою математику и занимаемся алгоритмами. И еще пару интересных вопросов. Во-первых, распределение фич по редакциям, никак не упомянули. Это все будет всем доступно касательно магазинов? Забыли. Но мы потом отдельный пост напишем, да. По магазину, по-моему, только холдинг выходит в интерпрайзе, остальные функции, по-моему, все по магазину идут. Окей. И предполагают ли эти новшества серьезное увеличение нагрузки на сервера? Прям все? Ну, со скоростью, с персонализацией нет, потому что это облачные сервисы. На самом деле, во многом они потому так и созданы. Кстати, когда мы думали над скоростью сайта, первый сценарий был, чтобы считать самой, в самом сайте. Но это, по сути, удвоение нагрузки, и не получилось сделать такой сценарий. По фасете, наоборот, мы снижаем нагрузку. То есть будет небольшой этап индексации в начале,
что, в общем, скорее всего, не заметят снижение. По остальным, да тоже вроде все. И по 1С сильные там доработки с этим связаны. Нет, я думаю, что изменений по производительности не будет. Наверное, только в положительную сторону. Прошу. Вопрос по контексту рекламы. Теперь 1С Bittrex станет крупнейшим диджитал-агентством в России? Да мы же не продаем. Ну, фактически с вашего аккаунта же. Не-не-не, это не наш аккаунт. Вы не шутите так. Вы там нажимаете кнопочку, авторизуетесь Яндексом или Гуглом, и он ваша рекламная компания. Фактически Bittrex с аккаунтом Яндекса или Гугла работает через API. Да. С вашим аккаунтом, с вашим аккаунтом, не с нашим. Спасибо. Хотя это идея, надо процент брать, а? Почему мы? Что-то мы как-то относимся к этому консервативно, прошу. Да, доброе утро. У меня вопрос про Яндекс.Маркет. Не собираетесь ли вы сделать вот в этом мастере интеграции, сделать монитор ошибок для таких ленивых клиентов? Обычно Яндекс.Маркет дает, да, вы понимаете, да, о чем уже, я говорю? Уже сделано. Шло. Мы сделали уже в этом релизе есть монитор ошибок, есть монитор специальная ошибок страница, для интеграции в Яндекс.Маркет, да, то есть вот эти 6 попыток, которые маркет дает. Мы вообще все мониторим, вы можете включить, зайти в настройку, включить «хочу логирование», и там все логирование, все шаги расписаны. Спасибо. Вообще они очень требовательны к ошибкам. Да, очень. Это же жуть. Но вот для этого все и сделано. Еще маленький вопросик к Юрию. В наборы больше, чем 3 элемента можно терять? Да, спасибо можно. Спасибо большое. Но опять-таки, без визуальной части. Наша визуальная часть поддерживает пока такую же структуру. Расширили именно API, внутреннее использование. Угу. Чуть позже, после релиза, мы расширим наше визуальное представление. Пожалуйста, вопросы из онлайна. Сереж. Вот к Яндекс.Маркету, наверное, на вопрос. Яндекс.Маркет CPA будет учитывать стоимость доставки в цене товара по разным регионам? Алексей, предоставь микрофон. Честно говоря, у нас есть проект, когда мы собираемся учитывать стоимость доставки. Как это будет сделано, сейчас не скажу. Пока непонятно. Пожалуйста, вопрос еще из зала или из онлайна. А вот админку в мобильном приложении все хотят. Больше? Вообще вы не забывайте, что ее легко править. Но пока мы... Вообще приложение популярное. Я вам напомню, что речь идет о бесплатном административном приложении для владельцев интернет-магазина. Они могут подключаться, работать с заказами, отгружать и модифицировать их. Но пока не дошли руки. Вот, кстати, обращу внимание, что, вот мы с Юрой тут обсуждали, уже 30% перевалили доли мобильных покупателей в интернет-магазине. То есть адаптивка или мобильная апп очень рекомендуется. Очень рекомендуется. А вот админы магазинов пока еще прямо не давят на нас с функционалом подгружать заказы с мобилы. Но возможности есть. Некоторые дорабатывают партнеры эти приложения и дают новый функционал. Я надеюсь, что, кстати, появится в маркетплейсе развитие, чтобы можно было ставить в мобильный апп решение. Хорошо было бы на сайте идей, чтобы писали люди, кто хотят какие-то развития этого приложения. Очень много изменений или доработок связаны с устранением там, или с решением задач по сайту идей. Есть вопрос, Сереж, еще? Да. Давай. Например, появится ли сжатие CSS и JS в 15-й версии? Видимо, имеется в виду минификация. О, это очень тоже хороший вопрос. Мы не стали это анонсировать, но если вы посмотрите файлы на Bittrex 24, то там работает сейчас пилотная версия, которая жмет и CSS, и JS. Ну, то есть у нас первая технология, она объединяет, ну, так, особенности платформы, очень много было включаемых файлов. Мы их объединяли в несколько, там, в 3 JS и в 3 CSS. На сегодняшний момент мы и научились их минифицировать. Вообще, выигрыш пока очень большой. Мы, скорее всего, эту технологию выпустим, наверное, даже до конца года. Ну, просто в рамках презентации не успели об этом поговорить. Это хорошая, да, задачка, полезная. Мы, кстати, думаем, что, возможно, наш CDN будет сжать. Есть такой сценарий. Но это чуть-чуть забегая вперед. Пожалуйста, вопрос, Сереж. Все? И в зале нет вопросов? Ну, есть вопрос. Ну, давайте маленький, завершающий. Да. Вот у вас сейчас на вашей платформе 25 тысяч там, с чем-то интернет-магазинов. Да. А вот кто по категориям потребитель номер 2 и номер 3 вот, после интернет-магазинов? Сайт и сайт. Вы имеете в виду по редакциям?
корпоративные сайты. Вы знаете, это очень такая спорная уже на сегодняшний момент классификация. Он промо-сайт корпоративный. Мы предметно вот так не изучаем. Есть две больших категории. Да? Есть интернет-магазины, сайты. Они бывают более функциональны, менее. Мы смотрим иногда на редакцию. Но в остальном, ну так, детально не сегментируем на сегодняшний момент. Ну что ж, коллеги, спасибо большое. Благодарим всех и благодарим наших разработчиков за отличный релиз. Спасибо всем. Спасибо.